Казалось бы, мелочь, документы на месте, причин для волнения нет. Но что сегодня скажут те, кто по собственной вине заранее тщательно не подготовился к международной поездке? Каково же было разочарование, когда в пункте пропуска на выезд при оформлении обнаружились грубые недочеты в официальном документе? Вердикт, он является недействительным. Истек срок действия, повреждены страницы, несчитаемые печати, неопознаны по фотографиям личности владельцев. И это далеко не все причины, которые повлияли на решение о запрете на выезд в другую страну. В пунктах пропуска через государственную границу Республики Беларусь, в том числе и в пунктах пропуска на участке ответственности Брестской пограничной группы, имеют место случаи пресечения военнослужащим органов пограничной службы попыток пересечения государственной границы гражданами Республики Беларусь по недействительным документам. К основным из них относятся это по паспортам с истекшим сроком его действия, по паспортам, подлежащим обмену по истечении 1 месяца дня изменения либо перемены фамилии, собственного имени, либо отчества, а также по паспортам, непригодным для использования. При любом из таких обстоятельств документы признаются недействительными и подлежат изъятию, вследствие чего гражданину, предъявившему паспорт, отказывают в пересечении государственной границы. Помимо этого, в его действиях усматривается состав административно-правового нарушения. Как итог, предупреждение или штраф в размере 50 базовых величин. Быть уверенными в том, что с вами такой ситуации не произойдет, не следует, предупреждают брестские пограничники. Лишний раз проверить каждый нюанс, отправляясь в дорогу, никогда не будет лишним. Хотелось бы обратить внимание граждан, планирующих выезды за пределы Республики Беларусь, о необходимости перед прибытием в пункт пропуска убедиться не только в наличии документа для выезда из Республики Беларусь, но и также в его действительности в соответствии с требованием положения о документах, удостоверяющих личность, утвержденных указом президента номер 294 от 3 июня 2008 года о документированном населении Республики Беларусь. Статистика показывает, что запреты на выезд из-за документов не редкость, и причин, связанных с этим, масса. Радует то, что среди брещан большинство все же ответственные граждане, которые серьезно подходят к делу. На ваш взгляд, вообще нужно проверять документы вот все? Наверное, нужно. Вне зависимости от того, делали вы визу или нет, даже если вы в Украину едете. Нужно проверять. Почему? Ну, чтобы все было хорошо в паспорте. А были ли случаи, что вот вас не пропускали из-за каких-то документов? Нет, не было. Я знаю, когда у меня есть виза, сколько у меня там поездок. Лучше, конечно, проверять, потому что, ну, иногда бывает, что там забудешь дома или где-то там что-то делал с паспортом в другом месте, и потом приезжаешь на границу, а паспорта нет. София Бережная, Григорий Пекарский, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БукТВ.